Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас рубрика «Очумелые ручки». И будем мы делать колбу для огрузки поплавков. Для этого нам потребуется кусочек пеноплекса, обрезок канализационной трубы и силикон. Я заранее продавил отверстие в пеноплексе необходимой глубины. Труба мне, кстати, приехала вместе с удочкой в качестве упаковки защитной. Пеноплекс тоже остался от другого проекта. У меня есть колба поменьше, но она уже не удовлетворяет моим потребностям, особенно после покупки поплавков на AliExpress. Поэтому я решил снять ролик и заодно обзавестись новой колбой. После того, как вы продавили отверстие, в него мы закачиваем силикон. Жалеть не стоит. Чем больше закачаете, тем крепче будет держаться. Конечно, в рыболовных магазинах можно поискать и найти колбу для огрузки поплавков прозрачную, которую используют спортсмены. Но стоит она дико дорого по сравнению со стоимостью данной колбы. Поэтому после того, как закачали силикон, аккуратненько вдавливаем, придаем приблизительно вертикальное положение. У меня здесь образовалась небольшая трещина, зазор. Я его тоже на всякий случай закачаю силиконом. Чем удобна еще данная штука? В пеноплекс при необходимости я вставляю иногда ножницы, которые потребуются для обрезки лески во время изготовления оснастки. Иногда крючки вставляю. То есть за счет того, что это мягкий материал, в него можно всякие мелочи, которые вам потребуются для огрузки поплавков, зафиксировать. И они у вас всегда будут под рукой. Вот. Еще немножко займу вашего внимания. Покажу вот такой вот девайс. Это специальное приспособление для огрузки поплавков. Чем оно хорош? Когда вы огружаете поплавок, вы просто бросаете дробинки. Огружаете поплавок до нужной вам, так вот, до нужного вам уровня. Но поскольку эта штука имеет погрешность либо в одну сторону, либо в другую, после нескольких раз вы можете уже ориентироваться приблизительно, сколько докидывать или сколько убирать дробинок до нужного уровня поплавка. И приблизительно вы выставляете уровень поплавка, после этого снимаете дробинки с этого приспособления, одеваете на леску и уже окончательно огружаете поплавок либо в колбе, либо на берегу реки. Очень удобно и полезно. Рекомендую. На сем все. Спасибо за просмотр. Комменты, лайки сюда. Подписка здесь. Всего доброго. До свидания.